Атлантический циклон накрыл всю территорию страны. На большей части обильные осадки. В столице за два дня снега выпало больше нормы на 52%. По сообщению Казгидромета, в ближайшие дни снегопады и метели будут наблюдаться не только в северных областях, но и местами на юге и юго-востоке республики. Штормовое предупреждение уже объявлено в Кызылординской области. Трассы республиканского значения перекрыты в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Спасатели предупреждают, при возникновении нештатной ситуации на дороге следует обратиться по номерам, указанным сейчас на экране.